Сеть магазинов «Арт Рыба» сообщает, что работает для вас в обычном режиме и ждет вас за покупками. Рыба и морепродукты – один из богатейших источников высококачественного белка, витаминов и микроэлементов. «Арт Рыба» – море рыбы и океан вкуса. Как изменился график работы детских садов с нового учебного года? С нового учебного года по просьбам родителей управлением образования принято решение об изменении режима работы детских садов. В настоящее время детские сады начали работу с 7 утра до 19:00. Что касается воспитателей, то на работу воспитателей, на их режим работы это никак не повлияло. 36 часов в неделю у нас рабочий день воспитателей подсменно, и они начинают работать с 7 утра до 13:00, вторая смена с 13:00 до 19:00. Также увеличение работы времени детского сада не повлияет на оплату за детский сад для родителей.